Последние несколько недель были весьма насыщены в городском совете. Несколько раз собирались провести конкурс на замещение вакантных должностей в местные органы самоуправления, но это не удавалось. В ход событий вмешалась общественность. После этого мэр города Алла Гинок решила выяснить, чем именно недовольны представители громады. Все проблемы начались из-за того, что в конкурсную комиссию вошли 5 человек. Во-первых, это не специалисты и не фахивцы, как тут кажут. И мы потребовали, первый день ребята требовали, меня не было, то, чтобы в комиссию, в состав тендерной комиссии, конкурсной комиссии, хотя бы входили представители общественных организаций. Ведь не все же дураки здесь сидят, все с жизненным опытом, все предприниматели, директора своих собственных фирм. И каждый из нас, житель нашего города, мы разбираемся хоть каких-то чуточку условиях жизни, проживания, тех же архитектурных норм и того же градостроения, потому что каждый испытывал в своем жизненном пути какие-то соприкосновения с этими вопросами. По словам общественников, этот конкурс проводился непрозрачно и с нарушениями. Именно эти действия властей заставили их предпринять такие меры. Неделю назад на своем брифинге Вадим Кисарчук сообщил, что никаких заявлений на участие либо присутствие представителей громады на конкурсе не было. И отметил, что врываться в кабинет и нарушать общественный порядок никто не вправе. Высказав свое мнение о произошедшем, представители громады выступили со своими предложениями. На сегодняшний день мы уже остро рисуем проблему по замещению вакантных посад в виконавчому комитеті і в межах законодавства ми пропонуємо слідуюче. До найближчих запланованих конкурсів, тобто до сьогоднішнього 23 травня 2016 року, включити членів громади та фахівців як дорадчих в конкурс без права голосування. Перед початком самого конкурсу зобов'язати конкурсантів усно презентувати себе як фахівця згідно розробленого регламенту. Розказати, хто вони, що вони, як. Ознайомити письмо конкурсантів про можливість оприлюднення їх екзаменаційної письмової відповіді. У випадку усного, дати можливість у випадку усного екзаменування ознайомити письмово конкурсантів про можливість відеозйомки. Дати можливість представникам громади позначити аркуші, що надаються конкурсантам для відповіді по екзаменаційним білетам. А в послідуючих конкурсах, одночасно з проектами рішення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад. Помимо этого, со стороны представителей громады звучали и заявления о коррупции в местных органах власти. Мэр города отметила, что если есть случаи нарушения закона, то готова лично привлекать правоохранителей к решению этих вопросов и призвала общественников все свои подозрения подкреплять фактами. Высказала и свое мнение по поводу несостоявшегося конкурса. То, что произошло во время проведения конкурса, я с вами согласна, допустим, выслушать вот на сегодняшний день конструктивный диалог. То, что происходило тогда, изначально было неправильно. И вы со мной согласились, когда мы встретились. Правда, Виталий? Мы говорили об этом. Если бы вы поставили в известность заранее, и если бы вы вышли со своим предложением, конкурс проводился не первый раз и не второй. То есть мы периодически, у нас есть какие-то должности, которые освобождаются, мы обязаны проводить конкурсы. По-другому мы не принимаем. У нас штат, мы пересмотрели структуру, и до того, как бы мы ее не пересмотрели, у нас освобождались должности правильные, мы проводили конкурсы. И мы обязаны были это делать. Алла Гинок выслушала пожелания общественности и призвала решать вопросы конструктивно, заранее подавать заявление на участие во избежание конфликтных ситуаций, на что последовал ответ от представителя общественного совета. Решение конфликта в первый день. Подпись одного из человек, одного из любого из Громадской рады или кого-нибудь человека, роспись на ответах, и тема бы закрылась. И дальше мы разговаривали. А если бы пришли на несколько дней раньше, вообще бы эта тема не были готовы. Понимаете? Не хотя за месяц вы знали о том, что... Не подготовлены были юридически. Вы понимаете, то есть вы понимаете, что вы тоже сделали неправильно, но вы себе причину не ищете. Вы ищете причину в ком-то. Понимаете, давайте, на себя обратим внимание, чтобы тоже определенные вещи делать. Мэр города предложила почаще проводить такие встречи, чтобы власти и общественность всегда могли помогать друг другу в решении вопросов, касающихся жизни Белгород-Днестровского. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукянчук, Бессарабия ТВ.